Всем доброе утро. Французский режиссер Томас Джулиен создал видео, полностью состоящее из снимков Instagram. Ролик выполнен с помощью стоп-моушен эффекта, создан на основе 852 фотографий пользователей фотосервиса. При этом снимки объединены или несколькими историями, или по географическому принципу, так что получились даже сюжетные зарисовки. Создатели онлайн-школы электронной музыки Звук.ру запускают новый проект – онлайн-курсы для начинающих музыкантов. Проект будет называться «Соникум». Это будут онлайн-уроки от профессиональных музыкантов. За услугу каждый слушатель волен заплатить ту сумму, которую сочтет нужной. В данный момент проект находится в стадии сбора средств на Boomstarter. Этот проект изначально основан на принципиально новом способе взаимодействия, когда цена видеокурса, цена того, что мы вам даем, она определяется вами самостоятельно. И начать уже мы решили по-новому. То есть не пытаться где-то собрать обычным способом эти деньги, а позволить, собственно, вам, тем, кто заинтересован в подобном проекте, поучаствовать в его создании и собрать сумму всем вместе. Сайт Look at Me совместно с телеканалом 24DOC запустил в сети проект «Субботний показ». Каждую субботу в 13:00 на сайте онлайн-премьера одного документального фильма о творческих индустриях, дизайне, архитектуре, кино, видеоиграх или современном искусстве. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей. Увидимся.